Я натурально приветствую вас. С вами Мунзерт. И путешествие по просторам интернета. Я нашел вот такой вот форум. И тут, значит, посетители просят сделать мод с талмарской мантией для Скайрима без зачарования. Собственно говоря, мне нравится талмарское одеяние, его дизайн. Видать, среди талмарцев есть свои дизайнеры, хоть я и не разделяю политики Талмара в Скайриме. И я создал данный мод. Подчеркну тот факт, что мод я создавал для версии Скайрима Special Edition. Вы скачаете вот такой вот архив. Из всех файлов мы будем вот работать с вот этим файлом, который имеет расширение ESP, чтобы нам установить мод. Мы открываем папочку Steam. Да, у меня лицензионная версия Steam-овская Skyrim Special Edition. И, соответственно, я буду показывать все для данной версии. Заходим в папку со Скайримом. И в дату папку вот Скайрим. Основной каталог, корень. В корне есть папка дата. В папку дата копируем данный файл. Да, ребята, если кому интересно создание, процесс создания модификаций в Creation Kit, то вы так и напишите в комментариях. Так и так, мол, хочу видосы по созданию модификаций. Это и есть одна из тем моих научных исследований. Да, кстати, передаю особый привет Виктору Ивановичу Кауку, который так и не понял, в чем заключается суть моих исследований. Собственно говоря, вот в этом я создаю элементы для игровых миров. В числе всего прочего занимаюсь геймдевом. Так, копируем мы в папку. Тут в свойствах смотрим, чтобы не было никакой блокировки. Окей, окей. Ну и запускаем наш Скайримчик. Кстати, если вам нравится вот косплей на тему Талмара, обои данные я также приложу к моду. Кому интересно, скачивайте, пользуйтесь. Ссылку на архив вы найдете под видео. А мы запускаем Skyrim. Так, играть. Заходим в модификации. Нажимаем букву Т. И видим, что у нас файл Munzers Robes подключен. Так, Skyrim нам говорит, что он перезагрузится. Да, соглашаемся. И теперь загружаем наше сохранение. Предложить мне особо нет.
Нечего ей предложить. Но если хочешь переночевать на сухой постели, я могу сдать тебе комнату. Так. Ну, здесь у нас суть не в том, что мы будем сражаться с кем-то. Я использую ТГМ, режим бога, для более ускоренной демонстрации процесса. Так, и нам нужно отправиться в Рифтен. Мы отправляемся в Рифтен. Крепость Мисс Вейл. Ну, нам нужно не в крепость Мисс Вейл, а в поместье Черный Вереск. Ну, от крепости Мисс Вейл. Поместье Черный Вереск. Располагается не так далеко. И оно у нас закрыто, потому что раннее утро. Что ж, дождемся. Ай, нет. Нет, я не хочу взламывать. Сейчас стража подойдет. Рядом всегда веселее. Да. Вот. Поместье открыто. Итак. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Мы видим жезл и листовку. Записка от автора. Берем записку и видим... Мунзерт приветствует тебя, странник. Собственно говоря, я приветствую вас. Я создал незачарованное одеяние, дабы каждый мог его по своему усмотрению зачаровать. Надеюсь, мне удалось тебя порадовать. Буду благодарен, если ты подпишешься на мой канал YouTube Мунзерт ТВ. Там ты найдешь много интересного. С уважением, Мунзерт. Можно просто прочитать, можно взять посох Мунзерта. В общем-то, тоже его берем. Посох данный также не зачарован. И зачаровывать мы его будем, когда отправимся на Солстейм. Зачаровывать будем... Тельметрине в лаборатории для зачарования посохов. А чтобы найти нам нашу мантию, нам нужно отправиться на второй этаж. Чуть не сюда, вот сюда. Вот сюда. И мы видим одеяние Мунзерта. Берем в одеждах. Мы видим, что вес 2. Я уменьшил вес из 4 единиц до 2. Совершенно оно не зачаровано. Без капюшона, чтобы вы могли капюшон какой-то другой шлем или обруч зачаровать отдельно. И таким образом у вас слот не тратится. Вот мы видим, вот так вот выглядит одеяние. Ну что ж, отправимся его зачаровывать. Прямо сейчас паркур продемонстрирую с балкона. Апс.
Так. Да, мы сейчас дадим квест заодно. Добро пожаловать в крепость Миствейл. Я за наградой. Ярла Лейлы, Анурель. Осенняя сторожевая башня больше не представляет опасности. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. 500 золотых. Тебе будут рады в Рифтоне, покуда ты соблюдаешь наши законы. Так, идем в лабораторию. Собственно говоря, так, подвинься. Что тебе нужно, друг мой? Подвинься, мы возьмем. Сохранимся. Мы выпьем зелье зачарователя и наденем сопутствующую одежду для увеличения эффективности зачарования. Так, что ж у нас для эффективности зачарования есть? Сейчас мы выпьем зелье повышения навыка. Так. Эликсир. Микстура зачарователя нет. Микстура на 15%. Повышает, а нам нужно эликсир. Снадобье зачарователя на 20%, а эликсир зачарователя на 25% мощнее. И сейчас мы раз предмет. Одеяние Мунзерта. Так, камень душ. Черный камень душ. Зачарование. Ну и какие вам угодно эффекты, навешиваем. Я чисто в демонстрационных целях создаю это видео, чтобы показать зрителю, что созданный мною мод исправно работает. Я хотел бы повесить навыки. Меньше магии. И, наверное говоря, по правде регенерацию магии. Так, а если мы поиграемся? Попробуем вот... Вот так вот. 62, 25. Так. Переименовать вы можете как угодно. Также на ваше усмотрение это. Попереименовывать, но я оставлю название таким, как есть. Нажимаем букву R, создать. И смотрим, значит, в одеждах. Одеяние Мунзерта, вот, пожалуйста.
Роба. Зачарована. Вот она зачарована. Я тебя помню. Вот она зачарована. И у нас в активных эффектах на 25% меньше магии, и магия восстанавливается на 62% быстрее. Сейчас мы пойдем в активные эффекты, чтобы убедиться, что спелл работает. Одеяние Мунзерта, пожалуйста, в активных эффектах это отображается. Что же это было? Ну а... Тебе надо было что-то для меня раздобыть? Сапоги талмарские, перчатки можно снять с любого юстициара и выглядят они у нас вот так вот. Перчатки, сапоги. У нас была назначена встреча? Нет. Это была доставка? Очень стильный видок. Современный мужичок такой, по скайримским меркам. Так, включим свет. Так, изменения, насколько я помню. Свет свечи. Какие краски? Угу. Краски действительно хорошие. Так, единственный косяк, который я... Руки не дошли поправить. Это вот этот вот. Крокозябры в указании действия. Вот мы выбрасываем одеяние. Вместо слова «взять» мы видим вот эти вот русские крокозябры. Мне надо поправить кириллицу, чтобы все исправно работало. Но я хочу наложить зачарование помощней на мантию. Это я буду делать вне записи. Поэтому я загружусь. Это была чисто демонстрация. Я тебя помню. Скачивайте и устанавливайте мод. Тебе надо было что-то на здоровье сделать. Пользуйтесь. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Мунзерт. И эффективный короткий клинок. Ставьте ваши лайкосы. Всем спасибо.